Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и мы начинаем наш первый урок по созданию музыкального сайта для начинающих. Итак, план урока. Знакомство с музыкальным шаблоном. Визуально посмотрим демонстрацию шаблона. Какой сайт мы получим после прохождения данного видеокурса. Переходим вот на этот сайт. В поиске вбиваем Music Play. Это название этого шаблона. Нажимаем поиск. Это сайт по продаже шаблонов. Мы будем рассматривать коммерческий шаблон, заточенный под музыкальный сайт. Кликаем вот сюда. Что значит заточенный? Значит, он подходит под музыкальные какие-то темы. Будь то авторский музыкальный сайт или какой-то просто музыкальный портал. По ходу курса вы поймете, в чем его преимущество от других шаблонов и так далее. Вот этот шаблон. Цена его $48. Кликаем по кнопке Live Preview. Вот. Это демонстрация шаблона. Давайте посмотрим на него. Вот так вот он выглядит. Сейчас мы детально разберем, что тут есть. И то же самое мы будем реализовывать на нашем музыкальном сайте. Вот такая вот галерейка. Есть какой-то текст. При наведении интересный эффект. Такой наушничек. Релиз, то есть, например, это музыкальный какой-то трек, музыкальная какая-то песня. При наведении, значит, вот такие всплывающие. Все это можно цветами играться. Сразу можно посмотреть цветовые схемы, представленные шаблоном. Вот, например, вот такой вот dark, темный. Уже при наведении, видите, уже желтый цвет идет. Вот. Дальше есть вот такой вот белый вариант. Задний фон, конечно же, можно абсолютно любой поставить. Ну, давайте будем рассмотрим на дарке, на темном цвете. Итак, посмотрим дальше. Артист. Ну, тут вот просто идут примеры артист, три колонки, то есть по горизонтали разместить в три колонки, в четыре колонки, в пять колонок, в шесть колонок. Давайте рассмотрим в три колонки. То есть тут можно разместить просто, например, резиденты вашего клуба или музыканты, что потребуется. Ну, выбрали, и значит тут можно идет постраничная навигация, то есть это дальше. Следующие первые добавлены. Ну, можно перейти посмотреть внутрь. Значит, тут идет информация какая-то. Об этом диджее можно увеличить. Например. Также социальные кнопки внедрены в шаблон. Можно твитнуть или лайк поставить на Фейсбуке. Закрываем. Под картинкой, под фотографией идет описание, значит, описание, артист, name, так далее, год, в каком стиле он играет, например. Все это можно переименовать. Артист, 4 колонки, посмотрим, как выглядит. Вот так вот симпатично выглядит. Шесть колонок посмотрим. Вот так вот выглядит. Дальше идем альбомы. Значит, ну аналогично, только иконки изменились. Например, тут идут просто музыкальные какие-то треки. Зайдем посмотрим внутрь, как выглядит. Вот тут можно или один, или несколько размещать треков. Вот так они будут выглядеть. Значит, сюда можно повесить ссылки на Amazon, на Beatport,
И вообще, в принципе, здесь любой текст, любая ссылка, лайки, кнопка, это все в шаблоне. Попробуем проиграть. Значит, как играет вообще? Здесь в этом шаблоне очень уникально сделано. Вот здесь внизу будет всплывать вот такой вот плеер, где можно контролировать громкость звука, перематывать. Очень хороший плеер. Картинка, то есть обложка к треку или к песне. Дальше название. Также здесь есть такие кнопки. Вот так при клике на эту кнопку плейлист показано, значит, можно добавлять в этот плейлист. О плеере поговорим более подробно далее, когда будем все устанавливать, настраивать. Все детально я вам расскажу и поясню. Дальше, что еще можно тут сказать по этому шаблону? Есть свой поиск у этого шаблона. Вот этот поиск. Поиск доступен, значит, по лейблу. Также здесь добавляются свои, соответственно, мы будем добавлять при создании. По стилям. Этот поиск можно отключить в шаблоне и использовать поиск движка, на котором мы будем создавать музыкальный сайт. Так, дальше. DJ Mix. Вот таким вот образом будет отображаться. DJ Mix. Не обязательно DJ Mix, можно переименовать на свое. По клику кнопки Download открывается окно для скачивания музыки. Здесь ссылку также можно прописать свою. В данном случае нас перебросило на сервис. Мы еще о нем поговорим более подробно позже. Также по кнопке Play начинает проигрывать плеер, играет музыка. Также внизу возникает этот плеер и играет музыка. Свернем пока. Дальше. Ну, здесь идет на этом шаблоне описание данных функций этого шаблона. Здесь все на английском. Мы с вами пройдем, я вам тут все объясню, где что настраивается. Что мне нравится в этом шаблоне, здесь можно фотогалерею обалденную разместить. Значит, вот так она выглядит. Также можно выбрать, сколько отображаться вот таких вот боксов на странице. В данном случае 4. Потом дальше идет опять 4. И дальше пойдет навигация, если фотографий будет больше. Это как бы альбомы. То есть по клику мы переходим внутрь альбома фотографий. И тут подгружается еще куча фотографий в этом альбоме. Вот так они открываются по клику по фотографии. Грузится фотография. Здесь появляются вот такие вот внизу миниатюрки. Вот такие вот миниатюрки. Также можно переходить вот по этой кнопочке, листать фотографии или назад. Также можно нажать кнопку Play. И запустится слайд-шоу. Фотографии будут автоматически перелистываться. Давайте посмотрим. Вот таким вот образом. Также кнопочка закрыть. И попробуем вот так походить. Смотрим, работает. Фотографии перелистываются. Закрываем. Дальше. Следующая вкладка — галерея видео. Ну, аналогично фотогалерее, только здесь размещаются видеофайлы. Также зайдем, посмотрим. Видеофайл, конечно же, хранится на сервисе,
Например, YouTube или Vimeo. Давайте посмотрим, проигрывает. Также на весь экран открывается. Вот таким вот образом можно добавлять описание, социальные кнопки. Дальше. Это интересная возможность этого шаблона. Здесь можно вешать расписание, например, ваших вечерин. Когда вы играете, по каким дням в клубах, выступления ваши, или вы диджей, или музыкант. Также подсвечиваются таким блеклым цветом те вечеринки, которые уже прошли. То есть, я думаю, это очень полезная штука. Если будет нужно, можем будет разместить, я вам покажу, как это делается. Ну и формат блог. Обычный, например, статьи или посты в виде блога. Картинка и, например, статья. Или новости, например, вашего клуба, или новости вашей музыкальной деятельности. Можно в виде блога размещать вот таким образом. Заходим в фак. Ну, небольшой шорт-код в виде спойлера встроен в шаблон. То есть можно, если нужно, разместить вот такой спойлер с вашей информацией. Более детально рассмотрим этот шаблон, когда будем уже создавать по этапам галереи и так далее, фото, видео и так далее. Все детально настроим, установим. У меня есть свой музыкальный сайт, сделанный на этом же шаблоне. Можете посмотреть, как выглядит у меня. Я использовал светлые тона. Зайдем, например, в раздел сайт о клубной музыке. Вот здесь выглядит у меня в виде блога. Пройдем внутрь. Вот такой спойлер я использую. Вот так у меня идут музыкальные дорожки. Все, естественно, находится на все музыкальные дорожки находятся на удаленном как бы сервере. То есть на сайте они на самом не хранятся. В общем, полазите, посмотрите. До встречи в следующем уроке.